По сценарию учения группа вооруженных холодным оружием лиц под видом зрителей зашла в кинотеатр «Кинолюкс», расположенный в торговом комплексе «Барс» на Московском. После начала сеанса они стали нападать на граждан, нанося им ножевые ранения. Зрители и посетители торгового комплекса поспешили покинуть здание. Однако пособники преступников, находившиеся в легковом автомобиле на стоянке у торгового комплекса, открыли стрельбу из огнестрельного оружия и стали совершать наезды на граждан. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии своей служебной автомашиной совершили таран автомобиля с преступниками, в результате которого он получил повреждения и остановился. Но злоумышленники забежали в складское помещение торгового центра, захватив в заложники находившихся там работников. Здание торгового центра было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. В ходе переговоров склонить преступников к отказу от преступных действий не удалось. Они стали выдвигать заведомо невыполнимые требования и угрожать убийством заложников. В результате проведения боевого мероприятия преступники были нейтрализованы, заложники освобождены. Затем осуществлено разминирование объекта. Пострадавшим оказана медицинская помощь и организована доставка в лечебное учреждение Рязани. Учение продемонстрировало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций на территории региона.